Всем привет, ребят! Меня зовут Том, и сегодня мы поиграем с вами в Cry of Fear. С нами еще тут Рокс. Да, всем привет. Ребят, вот сейчас реально мы первый раз с Роксом в жизни поприветствовали вас вместе. Вот серьезно, ни в одном видео вы не найдете нашего приветствия совместного. Так что вот эта игра и это видеопрохождение, это, короче, нечто особенное. Типа того. Короче, ладно, начинаем. Я создаю компанию. Я создал сервер без пароля. Погнали. Есть? Да. Есть, нега! Какие-то четыре мужика появились. Да-да-да, четыре мужика. Подожди-ка, я что-то тебя не вижу. А ну-ка, нажми на какую-нибудь кнопочку сейчас. Нажми. Jesus. Маус один. Да, маус один, нажми. Нажал? Да, вот Radiant, no. Ready? Все? Да. Погнали, я нажал. Ты ready. Да. А я тебя не вижу почему-то. Все, мы начали. Стартинг. Да. Тихо, у меня тут типа предыстория сейчас будет, наверное. Справа там что-то Hell's Stone. Да. Тихо. Simon's book. We thought that reading his words. Мы читали книгу Саймона. Maybe it could give us an insight on the case surrounding him. However. Not only did it horrify us, we got stuck in his world, trapped by his words and anxieties. Голос классный. Okay, ладно. The only way to stop this, we thought, would be to save him. Да я понял. Save him from what caused him to fall into the dark mind of insanity in the first place. We wanted to see what would happen if we tried to save him, and that's what we had to do. We had to find him and rescue him. This was a part of our investigation. Это часть нашего расследования. Наше видение книги Саймона. Это все, что я перевел. Нет, там по-любому что-то еще есть. What the fuck? What the fuck is this? А смотри, ты походу слева, а я типа... Или нет? Где я? Кстати, точно, мы же копы. Так, вау! Глава 9. Где Саймон? Эй, это ты? Hello, what the... От него слился? Нет, как ты это сделал? На правую кнопку мыши. Иди сюда. Так, ладно. Вот там. Что это? Что ты сделал? На двойку нажимаю. А, видимо, типа у тебя нет оружия. Так, ладно. Смотри, берем велик и валим отсюда. Окей, чикен. Anybody home? Откройте! It's police officer. Выбивай. Open the door. Игра должна быть страшная, она настолько ржачная. Really, nigga. Ты пропал нашу Вольво здесь. Это Вольво? Точно Вольво, да. Смотри, покажу свою тачку. Ни хрена, да мы крутые. Значит, ты не мой напарник. Ты просто какой-то левый коп. Я не люблю левых копов. Смотри, аутюха, чел. Ага, селёдка. О! Я какой-то шприц нашел. Это улика. По-моему, братья-близнецы. А у тебя какие глаза цветом? У меня, то есть, какие глаза? У меня голубые, твои. А у тебя зеленые. Вау, really nigga. Ты какой-то русский. В смысле, ты похож реально на русского копа. В точку сидит. Чё? The interior is destroyed. It's not going to work. Короче, эта хрень не работает. Door won't budge. Дверь не подается. Так, ух ты, смотри. О, я нашел патроны. The door won't budge. Хорошо. Ты где? Че? Found something. Типа что-то нашел? Это на C, на X. Help! На V, команда. Help! Help over here! О, точно! Типа, это типа мы ходим по улице и кричим: помогите, help, мы копы, и нам нужно помочь. Я нашел обойму. Вау! Я, кстати, тоже одну обойму нашел, так что у нас теперь у каждого по обойме. Что это такое было? Окей, ладно, это ты, да? Это ты балуешься, да? Вау! Ты, кстати, не забыл, что это хоррор, поэтому вот меньше всяких вот этих вот посторонних звуков! Ладно. Хотя. Слышишь это? Господи, боже мой!
здесь страшно так же, как и... я не знаю, где еще было так страшно. Да, блин, ты видишь, тут дома, короче, такие, не про лицо. Опа. Саня? Да? Тут какая-то дверь. Где? Please was until... What? Ну-ка, давай, погнали. Лол. Почему именно нужно было паркануться там, а не возле этой двери? А я вот не знаю. What the... Лолик. О, смотри, винтовка полуавтоматическая, это чё? Какая-то хрень. Я зомби. Чё? Ты не, это не зомби. У меня шприц. У меня есть автомат и патроны, парочка патронов. Как пистолет вернуть? Я не знаю, у тебя чё-ничего нет? Нет. Ладно, иди за мной, давай, мы должны найти чё-нибудь. Господи, какие звуки. Сань, вот, пушка, бери, дробаш. Сань, сюда, быстро. What the fuck? Чё? Смотри! Убей его, блять, убей его! Говна кусок! Подожди. Почему? Охренеть. Черт. Ты что-нибудь взял? Да, блин, шприц один. А я даже нацелиться не могу. Там еще, Сань, там еще кто-то. Черт! Я думаю, нам нужно найти патроны. Вот же пушка! Ты что, почему ты не взял? Беги сюда, быстрее! Я прикрыл, быстрее! Говна кусок! Стой! Не трать! Что? Он танцует. He's dancing with his girl. Ладно, все, уходим. Help! Черт, эта музыка слишком громкая. Подожди, я музыку сделаю чуть тише. Эта музыка очень громкая, я бы даже сказал. Да, Сань? Скажи что-нибудь. Let's go. Говорю. Так, ладно, все, уходим. Что это было? Ты слышал? Да. Проверяй пороги. Во, смотри, тут обойма. Бери ее, бери себе. У меня нет, нельзя. I can't anymore. Ну-ка, сейчас я возьму. I can't что? Anymore? Mm-hmm. Ладно, я взял магазин. А! Что за хрень? Да блин, кто-то в нас кидается. Кто-то плюется. Чё это такое? Твою мать! Что это за хрень? Нас невидимка долбит, по-моему. Посмотри, это чё, вот чё? What the f... У него пилы, бежим! Бежим! Меня убили! Бежим! Тебя убили! Бежит за тобой! Какого хрена? Какого хрена? Это кто, мать его, такой? Твою мать, он сквозь текстуры ходит! Сквозь текстуры, нет! Game over. Всё, поиграли. Это чё за говна кусок? Чёрт. Ты видел у него кровать? А теперь у меня пистолет есть. You have been disconnected from the server. Reason. Rebel channel overflow. Попробуй законнектиться. Твою мать. Блядь. О, законнектился. Хорош. У тебя тоже, да, пистолет теперь есть? Ага. Тащи, смотри, а не было. Ещё один! Все норм, все хорошо. Really nigga. Охренеть. Так, ты взял винтовку, да, говна кусок? Да, о, смотри! Как ее взять? Кого? Винтовку. Ты же взял ее? На двойку? Как? Может, колесико? Нет. Давай, ух ты, нажми на маус 3. О! Есть, все нормально, я выстрелил, я. Так, я взял Ремингтон. Все нормально, у меня взялось сразу. Так, ладно, Сань, нет, давай так. Черт, я не знаю. Видимо, нельзя менять, только когда закончится. Или типа того. А что, если мы в рукопашную его... Сзади! Да, Сань, давай их в рукопашную, не-не-не-не-не. Давай этих кусков говна в рукопашную надо, а потом лучше все свои патроны потратим на того ублюдка с пилами. Есть, смотри, мы его замочили просто. Так, ладно, теперь нужно разобраться с челом с пилами. По-моему, тут больше... А, не-не-не, вот еще один, Сань, давай, мочи его. Твою мать, он идет, пилы идут, пилы, бежим! Твою мать, у меня нет... Вау!
Чил! Ладно, будь осторожен, смотри, там этот, хрень, которая плюется. Я его завалил. Обалдеть! Еще один летит. Где? Вон. Твою мать, а чё они... Окей, нам нужно шарить пороги, срочно, мне нужны патроны. Их двое там, Сань, смотри. А ну ладно, они в принципе ничего не наносят пока. Тут патроны на пистолет, у тебя пистолет, бери, быстро. Вот, под тобой. Хорош, все. Дифусь. Смотри, сзади тебя клоун! Кто, где? Где? Вот валяется труп. А, ты убил его? Нет. Черт, это хрень по мне. Это хрень палит по мне, смотри, тут дом, быстро в дом. А, что за хрень? Господи, вот эти уроды. О боже. А, вот эти вот были? Тут шприц. Ты взял? Черт, ты никогда не позволяешь мне брать шприцы. Это что такое? Куда мы пришли? Jesus, новый левел. Новая лока... О, черт, мы по-моему... Опять? Again? А, у меня ничего нет. Кого? А у меня тоже патронов нет. Еще мне бы шприц, Саня. У меня ничего нет. А как сохранить игру? А-а-а, мы же как бы проходим по... Короче, она, походу, не сохраняется или типа того. Ладно, что, погнали? Ну, видишь, тварь. Да, тогда давай его бить прикладами. Блин, сзади! Говна кусок, я тебя завалю! Вау! Сзади тебя кто-то долбит молотком, чел! Я ж тебя поднял! Нет. На тап можно выбирать, какое оружие! На тап, Саня! Ты видел, я тебя поднял? Нет, ты не поднимал меня. Я тебя зарезал. Restarting map in one second. Все, я здесь с полной обоймой. И со всем остальным ништяком. Ты где? Так, все? Мы в игре? Давай. У меня есть пистолет полной обоймы. На тап, Сань, менять оружие можно на тап. Смотри, там еще что есть. Пистолет только. Ага. Ага. Понял? Да, equip. Офигеть, тут... А, вот, смотри, quick select можно делать, quick select, Сань. На один поставь дубинку, на второй пистолет, слот. Видишь? А как? Короче, нажми на дубинку левой кнопкой мышки, и там снизу один поставь. Нажми. Сначала на дубинку, потом и на один. На пистолет, и на двойку. Все? Готово. Все, двойка теперь, все это. Смотри, там сейчас справа будет тип. Справа. Вижу. Бьем его дубинками. Долби, говно! Быстро, да? Окей, значит, пистолет и патроны вообще тратим только на каких-нибудь огромных. Смотри, тут пистоль. Глок. Вон, идет, смотри, кто-то. Говна какой-то кусок. Угу. Этот, по-моему, изичный. Просто бей его. Черт, я промахиваюсь. Все норм. Два удара по нему, и все, он сдыхает. Отлично. Че с ним? Лут? Окей, теперь, значит, будем знать еще, как шприц использовать. И, Саня, я что заметил, стамину просто так не используй. Ну, в смысле, выносливость. Просто так не бегай. Бери этот пистолет, потому что я взял, у меня два пистолета теперь. А, и, кстати, сразу на третий слот его поставь, на всякий случай. Угу. Ты идешь? Смотри сюда. Черт, это какой-то джиперс-криперс. Мочи говно. Ну, блядь, почему не спим в такой поздний час? Смотри! What the fuck? Летающая кровать снова. Твою мать, слышал кто-то? Кто-то орёт. Достаем пистоля? Не-не-не, подожди, пока рано. Нет, просто уворачивайся, просто от плевков уворачивайся. За хрень, меня кто-то... Это они плюются, кровати. А вот этот звук мне уже не нравится. А, нет, там три кровати. Окей, можно просто пробежать мимо них. Они как бы не очень быстрые. Все, бежим, Сань. Просто бежим, окей? Нужно зайти в какой-нибудь дом. Слишком много кроватей. Смотри, что тут. Патроны на дробовик, что ли? Обалдеть. Ты бежишь? Там слендер! Чё? Там слендер! Да, где? Там впереди большой. Мочи! Смотри, вот он, твою мать, беги!
Черт, меня еще грохнут, черт! Сань, беги, просто беги! Беги, беги, уходи, от них! Твою мать! Че-то слишком сложно! Да блин, жесть, там Слендер, смотри, вот он прошел мимо. Блин, это какой-то колос. Родовский. Что? Да? Кто? Ну, в смысле, статуя, колос. Так, подожди-ка. Тут ко мне говно какое-то пытается лезть. Нужно его порешать. Черт, там теперь два, смотри, они как-то рандомно резаются. Блин, не круто. Давай, говна кусок. А ну быстро, уважаемая власть! Блядь. Что меня... ты где? Да блин, меня прислали. Вот, откуда он взялся? А, это же... Стоп. Лол, он через дом прошел к тебе. А тут теперь патронов нет. Белый газ. Мочи детей! Слушается. Мочи детей, блин, не круто, да, прозвучало? Как же это не круто прозвучало. Эй, не смотри на меня, ты клоун. Джиперс, криперс, хренов. Фредди. Да, Фредди, Фредди, точно. Бери эту пушку ты. Потому что у меня уже две пушки. Так, ну что ж. Давай готовиться. Наверное, можно пистолет уже взять. О, смотри, а тут никого нету. Может, просто пробежим, попытаемся? Мимо Слендера тоже? Да. Давай. Три, два, один. Все, давай. Погнали. Погнали. Аллах Акбар. Алло! Бежим, бежим, бежим. Между ног, понял. Тут. Смотри. Пошли, пошли. Вот смотри. Да, да, около машины. Черт, их много. У меня стамина кончилась. Да, у меня тоже. Черт, я не могу через... через заборчик перепрыгнуть. О, тут дырка. Наверное, нам туда. Ты спрыгнул? В канализацию, да. Хорош, хорош, все. Будь там. Будь там. Сейчас я к тебе приду. Я к тебе приду, чел. Тут тупик. Видимо, это не тупик. Видимо, это выход. Черт, у меня осталось очень немного хп, Сань. Очень немного. Я прыгаю. Я прыгаю к тебе. Есть. Это не тупик. Нужно присесть. А, точно. Ты вот ждал меня, да, чтобы я тебе это сказал. Так. Кажется, тут лучше сейчас какая-то тварь вылезет. Походу, да. Мне тоже так кажется. Что-то я вот жопой чую. Готов? Да. Значит, некоторые можно... некоторые испытания здесь можно просто пробегать. Чёрт. Мне бы подлечиться. У меня очень мало хп. Прям бесит консоли в Enter, блин. Чего? Консоль Enter все время. У меня после каждого уровня вылетает. А-а-а. Консоль... Что, да ладно, там быстро, в принципе. Не так долго. А? Вниз надо спрыгивать. What the fuck? Чего? А я не спрыгнул. Ла-ла-ла. Ты трус, прыгай! Ты труса, кусок. Смотри, это вообще мразь какая-то психованная. Какая-то психованная. Что-то мне это Silent Hill напоминает. Какие-то они все дерганые. Кто кряхтит? Это я, видимо, у меня нога сломана. Ну, то есть сколько у нас... у тебя хелсов показывает? У меня очень мало. Да? Да. О, привет. Ты стреляешь? Да. Кого? Вот в кого, смотри. Обернись. Опять. Он даже ничего не делает. Ну, видимо, они как-то, не знаю. У него просто животик болит, он показывает. Какой он миленький. Подожди, я шприц нашел. Мне нужно использовать его. Герыч. Нужны патроны, срочно. Мать твою. Что, там есть кто-то? Мочи говно. Он меня прибьет. Он быстро бегает? Нет, не очень. Так, ладно, хорошо. Нам наверх. Что? Какой верх? Я думаю, нам сюда. Черт. Так, окей.
Хорошо. Все, мы здесь. Все отлично. Слышишь какие-то поезда? Не слышишь? Как будто... А, может быть, это да, подземка, типа. Так, справа ублюдок, справа ублюдок. Повторяю, справа. Твою мать! Чё? Сань, давай, давай! Давай, я приманю, да, 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 да. Все, мочи, мочи, мочи. С двух сторон. Он разорвал руки. Добей, добей эту сволочь. Он разорвал руки. Он цепи, да, разорвал на себя? Да. Ублюдок. Так, давай-ка сюда. Мне кажется, здесь есть какие-нибудь патроны. О, да. А, и там проход, да, есть или нет? Да. На глок. Хорошо. Так, может, ты первый тогда пойдешь? У тебя пистолет. А, или нет? Или да-да-да, лучше ты первый. У тебя пистолет. Давай, иди. Или... Твоя. Да, уходи, уходи, уходи. Мать твоя. Абакабарр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 рrr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 
сволочь! Да-да-да, я убью, я убью! По жопе говна кусок! Все, получай! Понял! Так, блин, у меня хелсов мало. Давай, следующий шприц твой. На кого он, короче, акрится, тот его убьет со спины. Да. Окей? Help me! Found something! There's something here! I found something! There's something here! This way! На пол смотри. Ух, чё. О май гад! Почему ничего нету? Так, ладно, нам нужно сюда. Вот. А подожди, у нас есть... О, нам нужно найти Саймона и спасти его. Мать твою, боже! О, чёрт! Беги, уходи, уходи! Давай, говна кусок. Давай, подходи, ты! Сюда, не варик подойти? О, господи, какая у него... Не надо, не надо, не надо. Давай поговорим с ним. Чё там? Мне кажется, он грустный. Мне кажется, у него ремонт там уйдет. Вечно молоточек в руке. Эй, ну что ты, ну чел, ну поговори с нами. А второй? Упал как говна кусок. Ладно, я первый пойду. Привет! Это был твой брат? Вот там вот это у него ру... Фу. Уважаемая власть. Три удара дубинка, он мертв, три пули в голову, он мертв. Зачем платить больше? Да, лучше дубинку, а пули использовать чисто для мега крутых боссов. Вау. Как вылезти? Подсадка. Так, черт, я не. Тут жестко темно. Если вырубить свет, тут вообще хана. Эй, я вылез. Ты вылез? Прыжок, control. Oh, really, nigga? А, вообще. Все. Выруби просто свет. Как темно. Жесть, чел. Так, где мы? В каком-то сарае. Шприца бы найти. Шприц, по-моему, сейчас кто-то будет. Тихо, давай зайдем сюда. А кто это вообще? О, смотри, патроны я взял. У тебя же есть, да, патроны? Да, мало, ну ладно. По. Так, все, одна обойма есть. Мне кажется, здесь какая-то ужасная мразь будет. Ты готов? Готов, рядовой Александр? Help me! Found something. Я что-то нашел, пойдем. Мне кажется, сюда. Смотри, сейчас какая-то мразь будет на нас далека бежать, вот ты. Вау. Почему ты сюда не посмотрел? Куда? О, шприц, Сань, бери шприц, быстро, бла-бла-бла. I found something. This way. Get help over here. Help. Follow me. Help. Вот шприц, господи, возьми шприц, воткни его себе в руку и... вкали. Это доза. Чёрт, ты наркоман. Пошли, ты там прошел комнату. Где? Вот здесь. Разве? Тут что-то есть? Ух ты! Не-не-не, Сань, там дальше можно. Сань, подожди. Дробаш. Не-не-не, стой, вернись. Тут же еще одна комната. Возможно, в ней что-то есть. Тут нет ничего. Ты слышишь капли дождя? Ты слышишь гром? Слышу гром, не знаю, где он. What? Чил. Так, ладно, дай я пойду первый. Хотя нет, у тебя 100 хп, иди ты первый. Второй этаж. Угу. Это, да, мы уходим, все. Мы вышли в каком-то... На второй этаж? Угу. О, чёрт, бежим! Бежим, Сань, я вырвался! Я погибаю! Твою мать, тут некуда! Некуда бежать! Некуда! Съели! Это, просто подвигай ко мне, нажми на Е. Окей. Тут просто некуда было бежать! Вот это подстава.
Главное, мы оба впали, мы как лохи. Черт. Damn strike. Damn, son. О, блин, ну ладно. Я уже перебыл заходить. А, нет, да, все, нам сюда. Абрр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 рr Один, два, три. Все как обычно. Три слота, три оружия. И, кстати, все заряжены. Заметил? Красиво. Блядь, ты второй. Мочи, мочи, мочи. Сзади еще один, их это... трое. Сзади, сзади. Черт, бежим! Ну тогда за нами целая толпа будет. No. Похер! Быстрее пройдем сюда. Быстрее, быстрее, просто бежим туда, куда нам нужно. Ничего не подбираем, у нас есть патроны. What the fuck, ты говна, кусок! Да вот этого давай замочим и все. Тот не такой быстрый. Нет, там все, никого нет. Поднимайся, поднимайся. I found something. Прыгай, прыгай, прыгай. А бы быстро, да на этот раз мы... Прошли. Так, куда? Направо, направо. Да, подожди, стамины нет вообще. А у меня есть. Зачем ты shift нажимал? Он и так нормально бежит. О, что-то нашел. Патроны. 15 патронов на магазин. Я сказал, как какой-то грабитель. Использовать строго 15 патронов на магазин. Так, тихо-тихо, подожди. А нет, это не та лестница. Это какая-то другая лестница. Мы здесь поднимались вообще? Да, мы тут были. Отойди, отойди. У него как, такое чувство, будто у него язык вываливается. Так, давай я, наверное, разберусь, да, с теми ублюдками. А он один, кстати, здесь. Он один. Страннульки. Видишь, да, тут как-то да, все рандомно резается. Да, я первый пойду. Стой. Рандомно, да, все восстанавливается. Так, стой, стой, стой. Как ты, ну. Блин, как ты это делаешь? Это навыки роста. Стой, бери пистолет. Бери пистолет. Раз тут никого нету. Значит, у тебя теперь есть патроны. Теперь давай найдем тебе шприц, окей? Давай найдем тебе парочку шприцов. Вот шприц, вот шприц. Бери, 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 бери. Бери шприц, шприц. Help me. This way. Follow me. Let's go. Help. Follow me. Get over here. Get over here. I found something. Чё ты? Где ты там? Вкалываешь, что за звуки были такие? Вколол? Задробаш, что за дробаш? Нам не только за дробашон, нам же просто сюда нужно, как бы идти. Давай. Так. Как-нибудь. Wait. Может быть, я не знаю. Давай аккуратно, как бы. Да, ну может перед нами ров. What the fuck? Блять, это о боже! Еще где-то. Ты слышишь? Это я, походу, меня ведьма напугала! Кто это говорит? Это мы, тут, то есть я и ты. Черт, Сань, Jesus. Нет, вот здесь сейчас рухнет. Вот, смотри. Вот, видишь? Стой, стой! Что если... Тихо, может по одному? Перепрыгни, давай. Попробуй перепрыгни. Сань, помогай, 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 быстро, 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 быстро. Твою мать. Кроши их просто. О, это несложно, да, в принципе? Сколько? А, есть все? Резай. Можешь мне... Помоги, Саня. Встал? Вау, да, встаю. Вау, я встал. Я тебя откачал, видел? Хорош, Сань, спасибо, дай поцелуй. Напарник, спасибо. Jesus. Jesus Christ. Поменял патроны. Вот это было клево. Это было по-настоящему клево. А, где выход? О, его нету.
Мы что, мы тут выхода в ловушке? Нету. Мне кажется, сюда нам. Они думали, мы не знаем. Во, нам сюда, нам сюда! Можно было просто... А, это тот же... Окей. Да, пойдем, пойдем, нам нужно на лестницу. Снова. И снова седая ночь. И снова ей... А, вот тут надо прыгать теперь. Типа на картах. Блин, вообще не вариант прыгать. Тварь. Тоже упал. Угу. Блин, это заеб такой вот. Может нам сюда? Скорее да. Можно вот эту разбить, смотри. Кого? Нет, она, по-моему, не разбивается. Я пытался. Так. Ладно, может в другую сторону как-то? Смотри, тут есть еще проход. I found something. Help me. Да нет, по-моему. Попробуй. Может, просто пробежать. Отойди на. Твою налево, а что делать-то? А может подобрать вон ту палку и как-то поставить сюда? Ну, ведь так будет правильно. О, смотри, смотри, тут что-то написано. А, нет, это просто хрень. Опа, я тебя что, подсадить мог? Так, значит, значит, где-то тут есть какой-то выход, Сань, по-любому. Или может... А, подожди-ка. Может, вообще куда-то в другую сторону нам нужно? Может, они надеялись, что мы там умрем? А, может быть. Смотри, мы откуда пришли? Мы пришли вот отсюда. Окей. Окей, ладно. Значит, нам туда. Help over here. Help me. Слышишь? Чё? Кто-то бежит. Так. Блин. Чёрт. Ну-ка. Может, давай я подсажу тебя как-нибудь. Серьезно, вдруг мне на голову можно сесть. Упал? Черт! Что делать? Я это сделал! Да! В этой игре я лучше, чем ты! Как ты это сделал? Shift я, да, нажал и на Shift, и на Ctrl вместе, и на самой-самой последней ступеньке, ну, то есть перед обрывом уже, только на ней прыгнул. Давай. Не-не-не, вот, чуть-чуть разгонись, да, на Shift нажми. Стой, тут еще что-то, как будто сейчас пол развалится. Черт. Давай, давай, сюда, быстро, быстро, быстро. Shit, dude. Как бы, разгонись просто на Shift, а потом зажми Ctrl резко и прыгай на последней ступеньке. То есть как вместе нужно это все. Да он как-то... Сильно! Нет, не разгоняйся! Прямо от стены не разгоняйся, Сань! От начала лестницы. Окей? Гей? Давай, я жду. Итак. Тун-ту-ту-тун. Да, вот здесь нажимай Shift и... Нет, Shift и прыжок вот прям под самый конец. Есть! Да, ты сделал это! Ты сделал это! Окей. What the... Ты что слышишь это? Я не знаю. Достань свою пушку, черт ее дери. Твою мать, какие-то железяки. Я первый. О, твою мать, твою мать! Ты можешь гвоздомеры? Гвоздодер. О! Finally, прошли уровень. Да, прошли. Damn, strike, bitch. Damn, son. Так, ладненько.